Давайте, ребята, прокатимся в горах на моей машинке, вот этой машинке. Но сначала я прокачаю ей мотор. Так, а все, больше денег нету, да? Давайте, вид машинки. А, машинки не меняется вид, да? Ну ладно, ничего страшного. Поехали. В горах будем ехать. Так, что там? Двигатель улучшил, да? Смотри, как быстро стало ехать. Круто. Нормально. Будем вот эту синюю машинку туда прокачивать. Причем бы нет. Если я на баге не могу выиграть ни у кого, будем синенькую прокачивать. Либо баги докачивать. Не, надо... Кстати, надо немножко от баги прокачать там. 1070 потратить на нее. Ну, чтобы 70 тысяч, надо их еще насобирать, эти 70 монет. Да. Так, сейчас посмотрим, может быть, рекорд побьем на этой машинке. Почему бы и нет. Едем мы достаточно-таки быстро. Я даже скорость педаль газа не убираю. Поэтому у нас так немножко дергает. Вот, заехали в пещеру, а здесь уже в пещере надо повнимательнее, аккуратнее ездить. Потому что здесь можно разбиться. А, или головой стукнуться, или перевернуться. Что это равноценно, да? Перевернуться и стукнуться головой. О, помогает мне крылышки эти. Вот, видишь, какой плавный. Плавный спуск у меня. Так, так, так. Опять пещера. Давайте в пещере аккуратненько будем ехать. Ого. Ну давай, давай. Открыли, смотри, помогает. О-о-о. Все-таки надо двигатель еще сильнее прокачивать. Потому что ну, не хватает какой-то мощности, что ли, в машинке. О, давай, давай, давай. Да, 3000 монет уже есть. Будем потихонечку прокачивать тачку. Ох ты. Так, сколько у нас? 3160 монет. Давай, 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 еще немножко. Вот, заезжай, заезжай, заезжай. Хорошо, заехали. Ох, да, то, что мы двигатель прокачали, это очень хорошо. А ты 4000 всего лишь стоил. Прокачка одна. Недорого. Если у меня на баге уже там свыше 20 тысяч стоит. Очередная прокачка. Вот это да. Вот это дороже, конечно. Так, аккуратненько спуск. Спускаемся. О, летит, летит, смотри, крылья. Ну, крылья, они как бы на определенное время даются. Эффект взлета. Вот, еще куча монет. Собираем. Ой, вот эти вот тоже хочу собрать все монетки. Так, все, тихо, аккуратно, аккуратно. Да. Тут, кстати, эта машинка тоже ломается. Там бампер у нее сначала ломается, потом... Начинает она может загореться, кстати. Кажется, эта машинка. Если я не путаю с какой-то другой. О. Так. Проехали мы уже. Так, 700 метров осталось, да? А, до кубка. Ну, сейчас постараемся. Я доехать до этого кубка. Там еще монет дадут побольше мне. Ого. Все, видишь, отлетел. Капот отлетел, и там двигатель начал дымиться. Вот, это говорит о том, что машинке скоро кирдык придет. Наверное. Ох, чуть не перевернулся, ребята. Да. Крутая дорога такая. Ухабы такие. Мощные.
Так, ну вот, 300 метров у нас остается. Так. Вот, смотри, я докуда автобусом проезжал, нифига себе. Это дорогого стоит. 3000 метров. Так, вот здесь надо. Во. Так, теперь отъезжаем немножко назад. И резко вперед. Все, заехали. Здорово. И сейчас тут такая же канитель будет. О, давай, давай. Ёлки-палки, давай, ты же сможешь. Ты же заезжал. Да ё-моё, смотри, она вниз летит, все. Все, бензин закончился. Да, не доехали мы. Совсем чуть-чуть. Ну, поэтому и не доезжаем. Давай на этой поедем. В формуле. Так. А, мы здесь на формуле еще ни разу не ездили. Поэтому смотри, стали получать звездочки. Нифига себе. О, ну формула тоже такая вот машинка. Я думал, она как бы более-менее прокачанная, нифига. У нее ломается клюв. Вот этот передний. Ну, давай, 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 давай. Опа, заехали, смотри, дальше не можем. Дальше это не хватает у нас двигатель. Не пускает. Вот такой вот у нас гоночный болид. О, давай, давай, заехали. Хорош. Хорошо. Так, дальше поехали. О, смотри. А ты чё, сюда-то не можешь заехать? Тут же совсем немножко. Тихо, 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 тихо. Поехали, давай. Разгоняемся, разгоняемся. Вот, хорошо, хорошо. Ах, опять. Опять не хватает у нас энергии. Но мы сюда не заедем, наверное. Нам нужно прокачать машинку. О, все, разбился я даже. А, давайте ее прокачаем. Купим ей моторчик. И купим, давай, может быть, прижимную силу улучшить? Давай. Спойлер. Все, поехали. Сейчас мы уже и быстрее стали ехать. И у нас более-менее она стала прижиматься, машинка. К земле. Вот. Да, конечно, не супер-пупер, но уже что-то более-менее получше у нас получается это сделать. Ну, смотри. Получается, я опять не могу заехать, да? Да вот, смотри, она на месте там что-то буксует, пердит. Никак не может заехать. Давай, 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 давай. Ай, вообще... Да как же тебя прокачивать, чтобы ты у меня нормально ездила, а? Слушай. Все, еще и бензин закончился. Вот так вот. Вообще нисколечки мы не проехали.